Всем привет! В рамках программы «За бортом» для НХЛ онлайн Дарья Миронова, Владимир Дегтярев сегодня будут беседовать не просто с игроком НХЛ, не просто защитником Buffalo Sabres, а папой Ильей Любушкиным, потому что он находится на тренировке детей. Всем привет! А можно показать? Вдруг не поверит. А как я? Ну, только если разворачивать буду опять телефон. О, согласна. Оп! Могу так и оставить, если надо. Нет, нам так интересно, но тогда придется начать с глобальной темы детского хоккея. Насколько папа Илья вмешивается в тренировочный процесс, стучит ли по стеклам, подсказывает, там, психует, как это все проходит? Абсолютно не вмешиваюсь, потому что они меня не слушают. То есть... Папа как тренер вообще не работает в нашей семье, потому что абсолютно дети не хотят даже малейшие подсказки слушать. Вот у нас есть тренер, и мы будем с ним заниматься. Все. Больше мы к этому вопросу не подходили, потому что бесполезно. А есть планы? Может, это правильно? Может, и правильно. А есть планы на будущее, что в семье все хоккеисты будут? Ну, таких задач нету. Главное, чтобы у них было желание и... Они хотели сами этого, поэтому я не какой-то там crazy родитель, который, нет, мои дети точно будут хоккеистами, это же никто не знает. И я когда тренировался по школе, ну, сколько человек вообще попадает в профессиональный хоккей, очень мало, поэтому, но если быть объективными, то ты просто, ну, да, конечно, есть какие-то там не то что цели, а просто мечты, так сказать, но никто не знает, как что сложится, как. Я говорю то, что надо стараться работать, а помимо этого еще там, ну, кучу всяких разных нюансов, как везение, удача, не знаю, и у кого-то вот там один путь, у кого-то другой путь. Не все же обязательно будут хоккеистами. Владимир, как у тебя с путем? Да у меня-то все нормально. Я вот как раз хотел, потому что в России очень много споров на эту тему, а вообще... Во сколько лучше ребенку начинать заниматься хоккеем? Потому что сейчас вот в России, ну, можно так сказать, да, бум, там люди уже в 4 года там отдают ребенка, они его начинают там постоянно водить на тренировки, говорить, что это ему надо. Вот есть какая-то, ну, я бы так сказал, золотая середина. Во сколько лучше начинать ребенку вот заниматься хоккеем? Понятно, что для всех это по-разному. Ну, примерно там 6-7, как вот, чтобы не навредить ему? Я думаю, что сейчас просто некоторые родители боятся, когда давать там, 6-7 лет возраст, в этом возрасте детей в хоккей, ты приходишь в школу, а там уже все мастера, дети катаются, там из-под ноги забивают. Мне кажется, это немножко больше как психологическое. А, как в моем понимании, меня отдали 5 лет в хоккей. Я тоже с 5 лет начинал. Это абсолютно... Надо смотреть по ребенку, готов он ли к этому или нет. Потому что у меня младший сын просил: папа, купи коньки. Он видел, как брат катается. Мы ему купили коньки. Он вышел на лед, сказал: о, нет, я еще маленький. Я говорю: без проблем. Положили коньки на полку, он на них смотрел, он их доставал, смотрел. Потом сам уже пришел, когда ближе, сколько ему было, 4 с чем-то. Он сказал то, что да, я уже готов. Мы его отправили на тренировку, он спокойно занимался. Опять же, для такого возраста, мне кажется, ну, глупо водить ребенка каждый день на хоккей, там, и чтобы только хоккей. Надо тоже, чтобы он какие-то, ну, активные мероприятия другие посещал. Но вот старший, наоборот, в 3 года с половиной его просто ставили, ни на какие на тренировки ничего кататься. Вот он прям сам хотел, шел и тому подобное. Поэтому все дети разные. Понятно. Легендарное событие, которое мы должны обсудить. Месси во Флориде, в США, в МЛС. И вы должны понимать, что на это легендарное событие первая игра хорошо, а вот на вторую, вон там Леброн, Серина Уильямс приходили. Илья Любушкин был на месте. Я сейчас совсем засмущаюсь уже. Как было? Было так, что созвонились с Ильей Михеевым, точнее, он написал мне, говорит: пойдете на Месси посмотреть на игру. Я говорю: ну а что, нет, посмотрели, забронировали быстро билеты с их помощью тоже, потому что я особо не разбираюсь, как там что купить. Ну, разбираюсь, конечно, но что-то не получалось. Поехали, взял старшего сына, поехали посмотреть. Прикольно было, все хорошо организовано.
понятное дело, то, что уровень футбола, наверное, далеко не такой еще. Человек играет здесь, наверное, в свое удовольствие и наслаждается жизнью. А стадион как и вообще атмосфера? Вы же вот по ходу сезона ходите с командой? Стадион, атмосфера. Ну, когда на Месси ходили посмотреть, да, на Интер. Ну, сколько там? 18 тысяч, из них все 18 были... А, 21, простите. Ну, был не совсем полный стадион, поэтому было 18. Да, но серьезно, были свободные места. Но я не знаю точное количество. Ну, все люди в майках Месси сидят, болеют. Когда он трогает мяч, там все трибуны. Прикольно. То есть в Монреале стадион больше, чем вот эти люди, которые пришли посмотреть на Месси? Ну, получается, что так. В Монреале классно играть было, когда я в Торонто был. Ну, вот это дерби там, конечно, сумасшедшее. Там прям ваш дух захватывает. А вот если так вот посмотреть просто, да, вот про дерби раз уж заговорили, что мощнее, Бостон-Торонто или Монреаль вот Торонто? Думаю, что Монреаль-Торонто. Ну, и там такие принципиальные соперники, но Монреаль-Торонто, я думаю, что это самая классика. Я буду руку поднимать, чтобы у нас гармония происходила. Вот смотри, вы же во время там сезона футбольного, я имею в виду футбольного, который руками играет, с командой ходите, наверное, на Биллс? Если сравнивать MLS-сокер по атмосфере, что тебе больше зашло? По атмосфере, наверное, американский футбол. Ой, простите, у меня вторая линия. Сейчас отвечу, что нельзя. Да, так я здесь. По атмосфере зашел больше, наверное, определенно американский футбол. Там большое количество народу, разные стадионы, разная атмосфера. И в моей жизни так сложилось, то, что я 2 раза был на американском футболе, и оба эти игры были... Когда Биллсы играли еще с Аризоной, мы приезжали, когда в Баффало, у нас выходной день был, и я сходил с командой посмотреть на Биллсов, и потом, когда уже подписал в Баффало, контракт тоже очутился на этой игре. Больше я другие команды не видел пока. А в Баффало вообще вот хоккей как? Вот если сравнивать, ну понятно, с Аризоной, наверное, сравнивать сложно, но вот тем не менее, Баффало, вот что для Баффало хоккей? Баффало хоккей, я думаю, то, что сейчас начинает возвращаться та атмосфера на трибуны, которая была давно. Сколько лет назад, я уже не помню. Они сами... Начало 2000-х. Начало 2000-х, да. Вот они говорили то, что, по идее, болельщиков Баффало в городе намного больше, чем даже Биллс, команда футбольная. И так-то в основном хоккейные болельщики. Но по мере того, как у команды не получалось на хоккейном пути, они, я так понял, немножко... переставали ходить, переставали покупать абонементы, и вот сейчас как раз это идет возрождение такое. Я очень с многими болельщиками разговаривал, с соседями, они говорят то, что мы начинаем испытывать те чувства, которые давным-давно уже не испытывали, и народ реально приходит. Ну вот, кстати, я сейчас еще добавлю, Баффало раньше считался, ну, скажем так, не совсем хорошим городом в плане того, чтобы туда ехать играть в хоккей. Сейчас ситуация реально меняется, и игроки хотят ехать в Баффало. Ну, еще так, добавить бы хотел, сейчас NHL Network там разные всякие проводят свои там, ну, они собирают там команды, вот они сказали, что у Buffalo Sabres одна из лучших команд по новичкам, то есть именно вот, ну, если смотреть молодых игроков, перспективов, да, перспективных игроков, то Баффало практически одна из лучших команд вот сейчас как раз именно на перспективу, то есть вот на ближайшие годы. Я думаю, так и есть, потому что если посмотреть даже ростер, там, ну, все люди первый раунд драфта, и реально очень талантливая молодежь. И самое важное, что для этой молодежи там... У нас тренер, который им безгранично доверяет, и я считаю то, что для молодежи это, ну, лучший вариант
для игры в хоккей придумать нельзя. Он им помогает, подсказывает, пытается раскрепостить как-то, потому что, ну, когда молодой игрок приходит на такой уровень, ему тяжело все равно адаптироваться. И Граната, я считаю, в этом плане лучший специалист для молодого хоккеиста, которого я видел, наверное. Дарья? А на улицах Баффало могут узнать? Ну, конечно, бывает такое. Но не скажу, что часто. Не знаю, может, Тейджа Томпсона узнают каждый прохожий, но у меня бывает. Это я просто так пытаюсь именно выстроить. Так, я проверяю интернет, а то тут серьезно, из-за того, что гроза, есть проблемы. Я просто пытаюсь выстроить, насколько в Баффало любят хоккей, потому что я в прошлом сезоне дважды была на Тампа Баффало, и я не ожидала, что будет такое нереальное количество болельщиков в майках Баффало. То есть я думала, а, Баффало, никто не придет, пожарная сигнализация начинает орать. Это все реагирует на дождь. И было нереально просто зайти на стадион. Впечатление было, что больше болельщиков Баффало на там стоит. Так, связь пропала, не пропала? Я слышал вопрос. Не, нормально. Не понял его. Да, все нормально. Вопрос или не вопрос, но я понял. Я думаю, что это еще немножко происходит, потому что очень много людей из Баффало, они как раз в зимние месяцы, ну, не в зимние, уезжают как раз во Флориду, тоже по рассказам, опять же, соседей. Очень много людей живет, там, допустим, с октября по конец апреля в мае, ну, во Флориде, и остальную часть возвращаются в Баффало на лето. А, это все конец был. Ладно, я шучу. Я хочу еще вспомнить раскат. Да, раскат. Тут, слушайте, серьезно, здесь связь теперь будет непонятно, мы пропали или нет. Как вас принимали города? Потому что я заметила такую тенденцию. У вас очень дерзкая и быстрая команда, прям вот прям класс. Но на раскатке все занимаемые дела в этой игре просто головы никто не поднимает, не смотрит. Все, ударе, видимо, совсем связь пропала. Я, если что, здесь еще держусь. Не, у нас в Москве вообще шикарная погода, так что все хорошо. У нас 3 недели шли дожди, сейчас у нас солнце. Я тоже когда с родителями разговаривал, тоже говорят, дожди. А, ну тогда продолжим пока. Не, сейчас нормально. У меня вот такой вопрос, вот продолжая, да, Дарин, соперники как-то действительно относились к Баффало, ну, где-то снисходительно, может быть, да, как-то особо, ну, так, ну, Баффало, что там, да, эта команда, а вот сейчас же все меняется, да, то есть ощущается это вот какое-то некое давление, что теперь и на вас настраиваются люди, то есть Баффало это уже не та команда, которая будет там всем проигрывать. Баффало – это та команда, которая как раз будет бежать вперед, атаковать, забрасывать. То есть это та команда, которая выйдет и будет бороться. Я думаю, то, что здесь еще тенденция лиги немножко меняется в ту сторону, то, что сейчас любая команда может любую обыграть, и неважно, какая команда. И даже разговаривал с людьми, кто уже закончил с хоккеем, кто поиграл в этой лиге. Раньше они рассказывали то, что мы могли делать все, что хотим, мы все равно знали, что мы выиграем. Ну, то есть, вот реально были такие матчи сейчас. Ну, даже ставку не поставить, потому что, наверное, ну, реально любая команда может любую обыграть. Но, скорее всего, есть, конечно, такое то, что все равно какая-то даже больше психологическая, то, что если раньше как-то ребята думали, то, что сейчас в хоккейчик поиграем, там, то сейчас уже команда другого уровня и с другими амбициями. А вот, опять же, если так посмотреть, да, вот Аризона, ну, вот где-то так же к ней снисходительно относились, да, но вот сейчас Баффало. Вообще, ведь тенденция, вот вы правильно отметили, что тенденция сейчас, она несколько изменилась, и действительно, даже та же Аризона, которая выходит там и против меня, да, ладно, что там Аризона, Чикаго, вот, например, Чикаго, по сути, сотворил сенсацию, когда обыграл Питтсбург и не дал им пройти просто в этом сезоне в плей-офф.
С чем это связано? Это то, что вот сейчас команды где-то как-то вот все равно более ровными становятся? Это вот работа потолка зарплат, это все вместе, наверное, да? Ну, не знаю, мне кажется, здесь больше от игроков зависит. Опять же, касается разговора с моими друзьями, кто поиграл в этой лиге и уже закончил, они говорят, раньше лига была 100% медленнее. И сейчас уровень хоккея вырос. Мне кажется, больше это с этим связано. Ну, возможно, потолок, не потолок. Все равно есть разные команды по укомплектованности. Даже, ну, если взять там Торонто на бумаге и ту же Аризону, да, там в Аризоне есть определенно классные ребята, которые талантливые, и, ну, все равно состав разных. Если брать переезд, ну, так тут получилось, Аризона, Торонто, Баффало, чего не хватает в Баффало, вот то, что было в Аризоне? Ну, бассейна каждый день, не знаю, наверное, особенно детям, потому что в Аризоне-то там круглый год бассейн, жизнь другая какая-то такая, более vacation стиль, отпускная. А в Баффало мне все хватает, я не скажу, что поэтому скучаю по бассейнам, потому что все-таки русский человек привык больше к такому климату, чем в Аризоне. Да, я долго привыкал в Аризоне, потому что очень жарко было там определенные месяцы, если раньше приезжаешь немножко до лагеря, август ужасно, жара. И после сезона тоже, если остаешься, когда у нас коронавирусный сезон был, нас закрыли там на карантин тоже, не на карантин, мы сидели в Аризоне и потом переехали во Флориду, все равно хоть чтоб, хотя и здесь тоже жарко, но чтобы чуть-чуть перевести дух от этой жары. Поэтому мне в Баффало вот как раз все подходит. Вы видели, там руку я подняла, и там тоже рука поднялась. Он что, мы меня тебя только, мы тебя сейчас только вот увидели. Ты пропадал у нас, тебя вообще не было. Я уже давно вернулась. Ну так вот, серьезно, я руку подняла, и там мне в ответ. Вы видели? Я честно видела. Но это похоже, мой компьютер реагирует на меня. Просто его еще не изучила. Смейтесь надо мной. Слушайте, здесь такая нелогичная ситуация. То есть в Аризоне жарко было, но летом... Вернее, не летом, а зимой в баню, постоянные сторисы, баня, то есть как-то жару ты все равно любишь, но в другом немного образе. Да, люблю, но это же, ну, разные, кто баню не любит, я там тащусь, не любишь? Я тоже обожаю, ну мы же нормальные люди. Тогда Владимир приглашаю в гости, а Дарья, ну, баня, что, без бани нельзя. Дарья, вот видишь, все, мы едем в баню, а ты как хочешь. Ну ладно, я вас буду снимать просто. У каждого своя история. Так, давайте вот прям теперь про хоккей. Кто самый неприятный в НХЛ? Вот в плане, кого тяжело остановить, против кого играть не хочется, потому что от этого человека одни проблемы. На льду, конечно. Я думаю, что здесь... Полулиги таких, наверное. Опять же, очень мастеровитые игроки. Есть определенные, конечно, люди, как Мэтьюс, МакДэвид, МакКиннон. Да, но помимо них тут еще там 350 человек можно назвать таких же, кто... Ну да, они не на таком... Не такой величины звезды, но они могут с тобой сделать там неприятные вещи в плане того, то, что ну, тяжело реально. Как можно с Ильей Любушкиным что-то сделать? Там человек 2 метра ростом, здоровый, у него клюшка 90 не флекс. 2. Не 2, клюшка 100 флекс. Ну, ёшкин кот, какая-то у вас информация не та. А мне, у меня есть клюшка. 95, да? Подождите, 90? Я поняла, мне отдали... Ненужную подарили. В смысле ненужную? Это была прям моя... Я утащила ребенка. Игровая. Да. Ну, если вернуться к вопросу, ну, реально, там есть ребята, которые, ну, не на таком, ну, на слуху, но не на таком, как звезды первой величины, так сказать. Ну, поэтому выделять кого-то прям много ребят.
Хорошо, тогда в другую игру сыграем. Я сейчас покажу кепки и какие ассоциации с этими командами. Ничего себе, викторины пошли. Это, а у меня сейчас одна кепка только была. Какая ассоциация? С этой командой, наверное, вот ассоциация... вот это Тампа. У меня ассоциация то, что когда в плов с Торонто играли, наверное. Воспоминания идут. Угу. Дальше. Влад Гавриков. Так нельзя, да, ассоциировать? Можно. Да, тогда можно, по-другому можно. Скажу. А, моя первая игра за Торонто была в Коламбусе. О, круто. Но там еще не было Майка Бэбкока, который сейчас как раз туда пришел. Не было. Флорида Пантерс. Я сейчас Владимир. Дарья, надо что-то сказать, чтобы у меня телефон переключался на... Опять гроза. Она нам показала Флориду Пантерс. Не подсказывай. Вот, а теперь видно? Флорида Пантерс. Океан теплый, хорошо, купаюсь. Не знаю, да, я вижу, прям вот ассоциируется. Люблю океан. Нет, ну а вот видно кепку сейчас? Вот, какой тут недоймяк? Ну вот же, какой океан? Тут вот же хоккей. Ну тут Флорида Пантерс. Чемпионы Востока. Чемпионы. Но это же не я чемпион, поэтому у меня ребятам надо показывать из Флориды, чтобы у них какие-то ассоциации. Нет, вот, а могли бы быть и вы. Вот я. Могли бы быть и мы, но так можно про всю спортивную жизнь говорить, а я мог бы быть чемпионом там тогда-то. Но нет, пока нет. Думаю, Владимир. В этом году такой же перелом наступит, и мы увидим Баффало наконец в плей-офф. Да, я надеюсь, что мы без перелома попадем спокойненько в плей-офф, не как Флорида на нервиках, а мы нормально должны зайти. Вообще на Востоке давайте в этом году такая серьезная борьба. Финал конференции. Подожди, финал конференции. Баффало-Тампа. Баффало-Тампа. Финал конференции. Я могу сказать, нам все равно, с кем играть. Вот, правильно. Абсолютно правильный ответ. Вообще, на Востоке я как раз хотел добавить, в этом году-то серьезная конкуренция ожидается, потому что, да, так команды немножечко, ну, вот те, которые были где-то раньше наверху, да, вот тот же Питтсбург так постепенно, ну, понятно, в перестройку они еще не ушли, но они где-то вот уже на границе, да, Детройт, наоборот, сейчас команда так достаточно много хороших приобретений сделала. По поводу Коламбуса, ну вот не знаю, правда, пришел Бэбкок, насколько быстро он там сможет что-то сейчас придумать, что-то новое сделать. Я, честно говоря, пока не верю в совсем Филадельфию, вот честно вам скажу. Филадельфия, мне кажется, ну вот это такой кандидат, который явно вот где-то там внизу будет, не попадет в плей-офф. Опять же, если брать эту лигу, тут предсказывать очень тяжело. Ну, понятно, есть какие-то критерии, по которым оцениваете вы, эксперты, и понятно, но опять же, все может по-другому получиться. Я здесь. Надо говорить. Подожди, давай. Владимир, я вот сразу тогда, потому что, да, ты вот пытаешься эксперта сейчас Илью Любушкина вывести, а надо по нему вот прям лично ехать с танком. С чем ты связываешь то, что в конце сезона просто тебя прорвало. Почему меня прорвало? Каждая игра выходит там, да, там просто Никита Кучеров не успевал очки набирать так, как ты. Да нет. Наоборот, конец сезона у меня немножко там были свои заморочки и немножко недоволен концовкой сезона. Это больше, наверное, после новогодняя часть какая-то была, да. Прикольная. Ну, не знаю, с чем связываю, ни с чем. Просто... Все то же самое, что и делал. В начале сезона немножко травмы подводили. Я обычно, слава богу, не склонен к травмам, но в этом сезоне как-то получилось прям одна травма за одной, и накладывалось так неудачно, что реально пару игр приходилось играть там, ну, в неприятных ощущениях.
Мы это оставим в прошлом, это вообще все в прошлом, вот сейчас дождь это смоет. Я, насколько понимаю, ты уже в Аризоне успел покататься, и сейчас снова плодотворно и катаешься, и занимаешься. Да, мы ездили, во-первых, к нашим друзьям по совместительству тренер. И у меня было желание отправить своих детей к нему тренироваться. И поскольку я подумал, а чего мне тоже не покататься, с ним посоветовались, да, я там в общей группе во взрослой катался со всеми ребятами. Они обалдели? Ну, я не знаю. Там пару человек тоже было еще. Коля Кныжов приходил, Гущин. Еще кто-то, не помню. Короче, вам было весело. Да, нам было определенно интересно и тяжело. И сейчас опять у вас в группе 6 русскоговорящих игроков. В группе, где занимаемся? Я имею в виду, да, в группе, я не знаю, как это назвать, тренировочный центр. Ну, когда я шел к Питу, к Бамарита, он спрашивал, ты как хочешь заниматься в группе или отдельно? Я сказал, нет, 100% в группе, потому что я вообще не переношу вот эти тренировки без товарищей, так сказать. Потому что, ну, совсем по-другому заниматься. Ты такой унылый, тебе поговорить не с кем. Мне прям кайф тренироваться с парнями. И на что конкретно ты для себя работаешь? Потому что мы вот видео заимствовали, я спрашивала у Пита, можно ли это скопировать. И я сразу вижу, болельщики там пишут, а на что это занимаются? А на какую это группу мышц? А что это нужно? То есть людям все равно интересно. Главное, чтобы они на детях это не экспериментировали. Ну, у Пита, я понимаю, стандартная программа для хоккеистов, которую он разработал давно уже. И там абсолютно на все группы мышц и все аспекты то, что надо именно хоккеистам. Потому что он же еще раньше, чем с хоккеистами, он занимался давным-давно и сейчас занимается с американскими футболистами, с профессионалами. Они там, понятное дело, другую работу делают, но мы другую свою. И, ну, нет такого, что конкретно вот только над этим работаем. Ну, для нас больше, наверное, важно мышцы-стабилизаторы, баланс, сила, опять же, взрывная сила, скорость. Вот это вот все и делаем. Владимир, проснись. Да, я слушаю внимательно. А вообще, насколько вот так, ну, или это уже привычка, наверное, тяжело тренироваться вот так сейчас по ходу, да, там пока еще все в отпуске, пока только все начинают постепенно вкатываться вообще как, да еще во Флориде, ты сейчас только что говорил, там пальмы, океан, ну, какие тренировки? Ну, как говорится, работа есть работа. Если я не буду это делать, мне никто ничего хорошего не скажет. И, наверное, сам не смогу показать определенные результаты, которых я ожидаю от себя. Поэтому тренироваться надо, понятное дело. И, ну, я, опять же, тоже уже не первый год в хоккее, и, наверное, мы уже привыкли к тому, что есть время, когда отдохнуть, когда ты расслабляешься, отдыхаешь, делаешь, что хочешь, а есть время, когда надо работать. И понятное дело, что отпуск, ну, такой долгий кажется, но там отдыхаешь определенное количество времени и начинаешь работать. Примерно вот как раз за сколько начинается такая уже, ну, работа, да, потому что ты уже готовишься к сезону, ты уже понимаешь, что 10 октября старт регулярного чемпионата, вот примерно такая уже, ну, такой цикл подготовки конкретно уже к сезону. У меня обычно вот всегда в начале июля. То есть я могу там походить в зал в мае, в июне в зал могу походить, сам позаниматься, где-то там побегать в парке, в лесу, где я с Марьяной хожусь, по Флориде бегать тяжело на улице. Вот я как раз про это, да, потому что, там, в общем-то, достаточно тяжело. Ну, у меня критерий такой, то, что вот первый месяц-полтора я на лед вообще 100% никак не хочу. Не то, что я не скучаю, не то, что просто надо дать телу восстановиться, чтобы где-то какие-то болячки прошли, и потом уже можно выходить потихонечку, опять же. Но с начала июля, в принципе, из года в год,
начинаю цикл тренировок, потом там 4 недели потренировался, можно там 5 дней перерыв взять, это ничего, это наоборот на пользу, потому что ты ударный цикл такой провел, и можно и расслабиться чуть-чуть. Но опять же, там не 2-3 недели, а неделя. И потом обратно возвращаешься, еще один цикл. Потом обычно в конце августа заканчивается второй цикл. И, в принципе, уже пора ехать в свой город, где ты играешь, и дальше там продолжаю готовиться. Дарья? Да, я на месте. Я жду, пока вот эта зелененькая штучка, она на меня переключится. А что делает Илья для того, чтобы расслабить мозг? Не знаю, может быть, какие-то в игры играешь, приставку. Я вот Royal Match закачала, и теперь психую, что не могу 165 уровень пройти. Если кто-то знает, пишите. Ну, опять же, вот я баню делаю. Мне очень расслабляет это голову, мозг и рыбалка. Не знаю, на велосипедах могу с детьми уехать, тоже помогает. Но иногда так получается, поскольку у меня двое детей, мне кажется, то, что у меня мозг не отключается вообще. Только на определенные там минуты, минуты. Когда не спят. Забот полно. Они летом вообще не спят, по-моему. У меня младший, я просыпался на тренировку как раз к Питу, и старший сын говорит: пап, я с тобой поеду. Я говорю: не, не надо. Он говорит: не, я с тобой поеду. В 7 утра встал, оделся, поехал, сел. Правда, сидел там, смотрел в зале, потом на стадион пошел. Нашел там ребят каких-то из какого-то лагеря вокруг себя, организовал, футбол играли. Ну вот, отлично. Идейный. Да, знаешь, ты точно не знаешь. Я просто, когда мы пытались подготовиться к интервью, смотрела, что вот больше такое в плане человеческого известно. Там, понимаешь, постоянно про хоккей, что не там, не то это сделали. Вот. И оказывается, твоему Инстаграму 3 июля исполнилось 11 лет. И подожди, это еще не все. Что-то ты там нашла, это да? Это еще не все. Вот, смотри, вот это была самая первая фотка. Расскажи, пожалуйста, нам про твой автопарк. Это не мой, это машина моего отца. И белая машина – это моя первая машина. Я очень горел желанием купить ее. Ну, она немножко оказалась проблемной, с ней много историй. Ну, погеморроился я прилично, но я был счастлив. Ну, а за сколько купил? Расскажи, интересно, что это вообще? Что, почему она именно тебя привлекла? Почему белая? Где деньги взял? Деньги взял... Это мне сколько получается? 18 лет были? Ну, да, точно. Я упросил маму взять кредит и сказал то, что я буду выплачивать свои зарплаты, я реально выплачивал. Вау. Тогда еще играл в молодежке. Так. Выплачивал, все нормально. Почему белое? Тяжело сказать. А что это за машина? Что это за машина? Это Mazda? Я просто не могу понять. Это легендарная Mazda RX-8 с роторным двигателем, который не советую никому покупать никогда. Но... А что потом с этой машиной случилось? Ее смогли... Она стоит в музее? Нет, ее, по-моему, пришлось продать на запчасти, потому что в один момент я с супругой, еще не с супругой, ехали в Москве, и как меня предупреждали, что стуканул мотор. Ну, бывает. Его там даже провернуть ключом не могли. Ну, с первой машиной вообще так, ну, бывают всякие такие истории интересные. Дарья, если ты нас слышишь, отзовись. Да, я слышу. А что, я пропала? Вот не видите, у меня там просто все льет, там шторм. Там, может быть, даже ураган. Да, говори быстрее, задавай свои вопросы. Нет, давайте вы пока, потому что я висну, я же вижу, что я висну. А, тогда вот такой вопрос. Мы тебя сейчас, да, вообще даже очень хорошо и слышим, и видим, между прочим. Ну, давай говори, Владимир. Не будешь говорить? Будешь молчать? Тогда такой вопрос. Вот
сейчас, да, опять же, мы говорим про Баффало в том смысле, что по-другому и к команде относится. А как сама команда вот себя ощущает? Потому что, ну, вы же понимаете, что, да, давно не были в плей-офф. Сейчас очень хочется зайти, что называется, в этот плей-офф. А вот здесь есть какое-то давление? Ну, не то, что давление, мне кажется, наоборот, ребята все очень горят этой мыслью, да. И, ну, поскольку ребята молодые все, и иногда нужно немножко как бы выдохнуть поспокойнее. И вот, может быть, это, в этом сезоне именно этого нам немножко не то, что помешало, потому что и главный тренер всегда приходил и говорил то, что нам, когда-то надо там успокоиться, то есть перестать думать об этом постоянно. А, ну, я по себе знаю то, что, понятное дело, что очень хочется пробиться в плей-офф, поэтому, ну, наверное, поскольку команда молодая, иногда не могли справиться как-то психологически с тем самым, то, что не перегорать, это тоже очень важно. Понятно. Дарья? Команда молодая, молодая, вот я не знаю, вот вы меня видите, вот вы забили у меня, вы меня видите? Сейчас нет, мы тебя слышим только. Ага, ну слышите же? Да, слышим. Да, я тебя слышу. Теперь я уже мысль потеряла. А, нет, она вернулась. Вот ты все время говоришь, молодая команда, молодая. Это так. Но ты себя кем чувствуешь в молодой команде? Блин, я себя чувствую молодым. По крайней мере, мне так хочется. Не то, что молодым, где-то среднего возраста игрок. Но почти не будет. Все равно как бы опыт, это же очень полезная такая штука и важная штука именно для как раз для ребят таких вот, да, которым где-то надо что-то в раздевалке подсказать, где-то вот, как ты уже сказал, действительно так немножечко где-то пыл остудить, да, потому что, ну, это все здорово, но иногда им нужно действительно это, ну, вот мне так кажется, ну, да. В этом плане у нас замечательный капитан, он... Кайл Акпос очень справляется со своими обязанностями. И вот опять же такой человек, как он, очень важно для молодых, чтобы был в команде. Ну, я-то прослушала, потому что у меня ураган отрубил. Вот я удивляюсь, весь день дождь собирался, но он пошел именно тогда, когда мы все подключились. Тогда сошлись быстрее задавай вопросы. Так вот, да, в такой молодой команде, бла-бла-бла, да, она очень молодая, это так и есть. А ты себя кем чувствуешь в этой молодой команде? Ты же тоже молодой, но как бы уже ветеранчик. Чувствую себя молодым, перспективным. Ну, а ветеранчик? Так только должно быть. Не, ветеранчиком не чувствую. Не хочу я еще быть ветеранчиком, точно. А ветераном когда становится? К чему это относится? К возрасту или к определенному количеству игр или ощущениям? К контракту! К ветеранскому хорошему контракту! Когда там на e-mail присылают контракты, кто подписал, написано 35, контракт 35+, вот это ветеран, все. Я думал, 35 лямов в сезон. Вот этот хороший, как говорят, такой, типа, вот он созрел для этого хорошего, там, последнего классного контракта. Вот тогда, наверное, уже ощущаю себя таким прям, ну все, уже скоро буду ветераном, ну а пока там 7 и выше, там, да, это нормально. Да. Ну, все, это нормально же? Нет, мы не... Что-то пропало. Ты пропала. Сейчас нормально. Ну вот, я, главное, здесь это все записываю, и я пропадаю. Это просто ужас. Ну ничего, мы потом отмонтируем. Сейчас... Ну, конечно. Сейчас видно, говори, задавай свой вопрос. У меня столько вопросов, потому что я все время пропадаю, я сбиваюсь с толку. Кто в раздевалке главный диджей? Диджей... Почему-то у нас так получилось, то, что когда-то один игрок ставит, потом другой, то есть нет такого. Ну, я думаю, что Брайсон, наверное. А что ты ставишь, когда твоя очередь? А я не ставлю.
Они бы не стали слушать такую музыку, я бы все русские песни ставил. Ага, и вот отсюда мы вышли на классный вопрос. Какую музыку ты слушаешь перед играми и в целом? О, это вообще не реклама. Честно, я вот вообще вот даже в автобусе перед игрой еду, особо ничего не слушаю, неохота. А в машине, когда еду на игру там, в Баффало, ставлю какие-нибудь определенные набор песен, чтобы не засыпать, главное, ехать на таком бодрячке. Я люблю разную музыку, люблю, абсолютно люблю. Если мне нравится эта песня, я буду ее слушать. Я не привязан к какому-то определенному стилю. Сейчас я скажу то, что, наверное, если Илья Сорокин узнает, он будет злиться, но it's okay. А вот Илья Сорокин когда-то рассказывал, что он любит классическую музыку перед играми слушать. Да, ну, вратарь, он же вратарь. Ему надо, у него другая аура там. Он потом ему отказывался надо... от этого, от этих слов. Ну, как насчет классической музыки, там, «Лебединое озеро»? Не знаю, сейчас нет. Но сейчас мы занимались, опять же, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. У них был тут небольшой тренировочный лагерь во Флориде, и я приходил к ним на тренировки побросать, помочь тренеру. Ну, не слышал я классики. Вот он постоянно ставил музыку, не было. Ну, я же говорю, он уже потом отказывался от этого. Это... Ну, сейчас предсезонка. Подожди, предсезонка. Вот этот видос везде распиарили, как Сорокин и Шестеркин толкают BMW. Автомобиль? Это ты с рулем? Нет, это даже не моя машина. Я просто сказал про тренировки, а потом, может, это вот вы как раз тренировались, бросали. Да, но это было в это же время. А там кто-то сидит на тормоз нажимает, а они толкать пытаются. Дарья? Давай, что ты на меня свалишь? Я вообще все время зависаю, мне уже стыдно просто. Я как только начинаю что-то говорить, я отключаюсь. Я испортила все интервью. Мы меня вырежем. Не, нормально. А тогда вот такой вопрос. Есть какие-то определенные цели? Вот, да, там, я не знаю, количество очков определенное набрать, количество, там, я не знаю, забросить шайб, или, ну, вот нет такой задачи, да, там, мне надо набрать там 50 очков условно, мне там надо 45 набрать. Или такой задачи не стоит, просто надо играть, надо делать свою работу, и все будет в порядке. Ну, тут двоякое такое мнение. С одной стороны, да, надо делать свою работу, и это определенно точно надо делать свою работу, ты должен отвечать за свои действия и, главное, не вредить команде, но как, так складывается то, что в этой лиге больше денег платят за то, что ты набираешь очки, поэтому я не скажу, что есть какая-то определенная задача набрать очки, там, ну, какая-то вот отметка, чем больше, тем лучше. Ну да, вот Эрик Карлсон, например, там набрал, да, 100. Ну, правда, он контракт подписал давно. Ну, кстати, очень интересная деталь. Эрик Карлсон хоть и набрал 100 очков, но он стал защитником, получившим Норрис Трофи, у кого самый худший коэффициент полезности, вот этот плюс-минус, у него при 100 набранных очков там 101. Минус 26 у него коэффициент полезности, реально. Я не знаю, насколько сейчас следят в НХЛ, да, вот за этим показателем, но когда там у некоторых доходит до арбитражных слушаний, да, и этот показатель, причем он тоже как бы является, ну, не там, не самым важным, но одним из, да, потому что там набранные очки, заброшенные шайбы, ну и, соответственно, показатель плюс-минус. Вот у Эрика Карлсона минус 26. Ну, да, молодец, Эрик. Нет, ну да. На самом деле он выдающийся игрок и защитник, потому что смотреть, как он играет, это невероятно. Но, опять же, я не знаю, я с детства, у меня была такая политика, если ты там забиваешь столько шайб и столько очков набираешь, но если, опять же, это не приносит пользу команде, ну, приносит пользу команде, но в конце сезона у тебя там показатель полезности отрицательный, ну, я думаю, то, что все равно должен быть какой-то баланс, потому что это же не идет на пользу команды. Да, не, я абсолютно согласен. Не завидую,
вы меня видите? Мне придется опять спрашивать. Видим, про полезность и так далее. Смотри, в детско-юношеском хоккее у тебя 345 минут штрафных. Штрафных это. В команде мастеров 592. Ну, то есть такой грубиянчик на льду. Как это не может быть? Я... Так написано. Подождите, в одном только сезоне 2010-2011 140 минут штрафа. 2010-2011? Да, вспоминаем, что это за сезон. 70 удалений по 2 минуты. Это, наверное, мне было еще сколько, 16-17 лет? 2010-2011? Да, это, 140 минут штрафа. Школу я заканчивал, мне так кажется. Ну, хоккейную, юношескую. Ты нам расскажи, к чему ты сейчас этот разговор? Мы... Так, это спросила. Как есть, так скажем, мне в Инстаграме только что увидеть его. Мы тебя не слышим, ты зависла. Ты вообще напрочь зависла. Я думал, это только у меня так. Ты. Нет, это... Вот теперь говори. Быстрее говори. Я боюсь говорить, как только я начинаю говорить, я зависаю. Так вот, это я к тому, что такой суровый парень на льду. Нет. Грубиян. Нет, не так. Не грубиян абсолютно. Наоборот, у меня всегда критерий то, что я 100% никогда никому не хочу ничего сделать там плохого и тем более нанести травму. То есть, ну, понятное дело, то, что хоккей-игра такая, то, что где-то ты не успел правильно подставиться под игрока, бывает. Но, опять же, сожалею об этом, ну, не то, что сожалею об этом, но думаю то, что, блин, надо было там где-то по-другому тело поставить. Не грубиян 100%. Получила ответ на свой вопрос? Да, и флекс мы забыли 100, да? 100. Что? Ну, кстати, вот я сейчас начал сомневаться, потому что я клюшки менял. У меня, по-моему, 95 было. Я вам так скажу, я сфоткаю. У нас же есть этот сюжетик где-то. Я сфоткаю и вставлю в монтаже. Давайте вообще зарубимся, давайте поспорим. Только на что? Я говорю, что там 90 флекс, давай. А ты говоришь 95 или 100? Я говорю, я 95. Тогда что должен сказать? А ну, ты... потому что мне 90 клюшки пришли только, мне кажется, позже. Это уже было совсем конец сезона. Окей, я говорю 90, говорю 90 или страшно. Вот, давай, когда ты проиграешь, что ты будешь? Не знаю. А что надо? Хет-трик надо. Нет, ну, мы это большая ответственность. Должны делать, спорить на то, что я могу выполнить. А ты хет-трик тоже можешь. Мы тебе сейчас как магический сигнал отправляем. Конечно, просто хет-трик – ответственность. Ты должен про команду еще думать. Я все. Если хет-трик будет, с меня, не знаю, причитается. Рыба. Давай, когда я выиграю, а ты проиграешь, ты будешь отжиматься. Вот сколько раз ты можешь отжаться? Ой, ну, я не знаю. Ну, флекс 90. 90 отожмешься? 90 за раз? Наверное, да. Нет. Но это все равно много. А ты что будешь делать, Дарья, если ты проиграешь? Ты-то что будешь делать? Я никогда не проигрываю, я вам говорю. Все. Ты тоже будешь отжиматься в сторис. Да. Дарья уже просто фотографии посмотрела, все, там у нее уже все 90. Нет. То есть мы заведомо спорим на то, что все уже проиграно, да? Ну хорошо, ладно, давай, я проиграю. Отжимаемся. Я отжиматься, но я два раза отожмусь. Нет, не отжимаюсь. Ты отжимаешься? Я отжимаюсь. Сколько раз? Надо определить, сколько раз отжимаюсь. А сколько 90, вот 90 за раз не отожмусь. Давайте с 50 начнем, а там посмотрим. 50 – это тоже много. Ну хорошо, 50. Если что, я не виновата, ты сам 50 просил. А я что буду делать? Не знаю. Дарья, ваше предложение. Да, тут вопрос такой достаточно сложный. Ну ты сама тогда придумаешь, что ты будешь делать.
Давай уже отпускай человека, завязывай. Что ты хотел сказать, да? Владимир? Давай, нет, быстрее. Нет, дети наоборот. Через 7 минут заканчивают. Так что вот, видишь еще. Окей, тогда вот давай нам, пожалуйста, секрет. Родители же смотрят, молодежь смотрит. Секрет твой, твоя формула успеха. Как быть классным хоккеистом? Как пробиться, дорасти до НХЛ? Там, не знаю, как добиться высот в хоккее? Наверное, если бы была такая формула, то все играли в НХЛ, но такой формулы нету. Я могу сказать там банальные вещи, старания, трудолюбие и тому подобное, но, наверное, еще должно быть, в моем понимании, все равно капелька везения, там, успехов каких-то, не знаю, чтобы звезды сошлись, поэтому ну, это тяжело. Но абсолютно точно, что если, ну, если ты будешь стараться и добросовестно относиться к этому делу, у тебя шансов будет больше, чем хоть чуть-чуть, но будет больше, чем у других детей. Ну и самый главный вопрос вечера, Владимир, подожди, а то меня сейчас опять отключат. А Роналду, давай. Роналду или Месси? Это я про футбол особо так, но, наверное, Месси. Правильный ответ, тогда, Владимир. Тогда нам остается пожелать тебе удачи, успеха, чтобы все сложилось, и все-таки помимо того, что там отжиматься кто-то будет, кто-то не будет, хет-трик он должен быть. Хет-трик он все равно должен быть, это обязательно. Это вообще мы будем это переживать и болеть. Буду стараться. Спасибо. Работать над этим. Спасибо вам большое. Очень было приятно пообщаться.